мы прилетели, мне интересно, будет ли нас тут кто-то встречать. Молодой мужчина, лет 16, с кудрявыми волосами и с цветами. Привет! Я сказала! Я тебя покушать еще купил, конечно. Да, еды, чтобы ты сразу покушал, но я понимаю, что ты голодная будешь. Тут цезарь, и мармеладки, и сок свежевыжатый апельсин. Да. Я прям скучала поэтому. Мама, кто этот пацан? Зачем мне с ним фоткаться? Дети вообще не выкупают, что происходит. Вот такой вот лук на сегодня. Послушайте звуки около нашего отеля. Вот благодаря им я сегодня проснулась. Постоянно поют птицы, тут еще такой мини-зоопарк в отеле, там всякие кролики, чебурашки, петухи, попугаи. В общем, да, вот такие у нас будильники. Тем временем я пришла к этой малышке, и мы отправляемся на набережную. Ой, ты одна, где пацаны? Это моя машина, какие пацаны? BH-Z4. Вася, твоя мечта? Нет. Девушка, откуда у вас деньги на такую крутую машину? Я заработала. Ой, нет, это ужасно, это не вставляет. Сколько стоит? 12-14 миллионов, наверное. А ты взяла сколько? За 20 тысяч. Мы с ребятами пришли пить кофе, пока Ваня в отеле спит или я не знаю, что делает. Мы, в общем, его ждем. Что он там делает? Пишите в комментариях. Здравствуйте. Утренние развлечения. О, ты нормально так умеешь. Акробатчик. А где ты учился? Все же. Следующий. Так они и погуляли по набережной. Все, да? Да. Саша Ас. Да? Представляешь, что ты на серфе? Мы едем на какую-то встречу с Ваней. Ваня мне не говорит, с кем встреча, и ничего мне не рассказывает уже на протяжении суток. Да. Есть какие-то оправдания? Почему должен оправдываться? Есть какие-то комментарии? Тоже нет. Понятно. Ладно, я вам потом расскажу, с кем мы встречались. Я сейчас вам покажу через телефон вот так вот. Я не знаю, знает Саша или нет, но Бог знает. Не факт. Я, конечно же, обо всем догадалась, все. Но тут невозможно не догадаться, просто по всему Сочи эти вывески, руки вверх, концерт, плакаты. Так что это было просто нереально не понять. Ребят, посмотрите, чем сейчас будем обедать, просто какая красота. Мы ждем гостей, которых будет, наверное, 10 человек. Что стол очень большой. Посмотрите. Это всего один большой стол. Друзья, мы встретились с замечательными людьми, как я вам и говорила, познакомились, вы их всех прекрасно знаете, все, уже пообедали. А сейчас едем на пляж. Мы купили подарок. Тёме на день рождения, потому что ему недавно исполнилось 18 лет. Мы купили очень крутые духи, я бы прям себе такие духи тоже бы купил. Поэтому Ваня забирает их себе, а Тёма остается без подарка. Я не люблю пахнуть, как другие люди. Люблю, как пахнет Саша. Все, я обожаю, мы поэтому ее и сняли, я обожаю эту бэху. Какие-то недовольные, по-моему, люди. Ну что, что поехали погнали? На пляж? Погодите, надо запарковать. Я спала все это время. Господи, я думаю, что придурок сигналит. Тёма приехал. Мы приехали на самый длинный пляж в Сочи, как сказал Ваня. Здесь хотя бы в цветовой гамме что-то, я понимаю. Песок, камни, подушки, полотенца. Красивые девушки. Покажи мне хоть одну. Ожидаемо. Ну, ты самая красивая здесь. Ну, спасибо. Это правда. Мы взяли бунгало и сидим, точнее, я одна тут пока что. У меня такая подушка в виде полотенца за 200 рублей. Ребята, мы затестили воду, она просто ледяная, она как в купели. Я оттуда сразу ушла, а Ваня смог окунуться, но хватило его ненадолго, он уже возвращается. Там очень холодно. Вы посмотрите, просто никого нет в воде, никого. Только самые смелые могут это себе позволить. Сейчас мы услышим первые комментарии от первого лица. Прикол, я окунаюсь, мне аж дышать тяжело стало. К нам пришел Василий, а он где-то потерял Тёму и Софу. Признавайся, где они? Я шел пешком, они на велосипедах ехали. Вы можете им набрать просто? Мы потеряли ребят. Можно заканчивать влог на этом. Как можно было заблудиться всего лишь в одном пляже? Это просто, Вань. Как вот такое могло? Значит, теперь пришли два вот этих вот чубдика и говорят, где Вася? Он где-то потерялся. Вася да. Только что ушел с разряженным Софиным телефоном, а у Софы Васин. Как так можно было? Мы с Сашей, которые сделали все по-человечески. И искупались. Да, 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 да. И адрес нам сказали. А вот... Вася, где ты нашелся. Мы наконец-то собрались все в кучу. Смотрите, тут все вроде, все. Один какие-то вопросы деловые решает. Вася идет 5 рюкзаков. Софа ест мороженое. Ваня задолбался из-за того, что мы не можем всех собрать. Мы реально как в лагере, и мы два вожатых ваши. А вы разбегаетесь на счет 3 по разные стороны. Все, идем, Вася. Да все, харе! Оба! На камеру попал. А камера-то твоя. Ну да, я знаю, поэтому это плохо. Ребята, мы в общем решили... Вань, ну нет!
Давай, говори. Ребята, как вы поняли, мы пришли из моря сюда, потому что в море ледяная вода. Очень холодно. А в бассейне хотя бы более или менее, но все равно холодно. Но все равно холодно. Мы уходим. Опа, подожди, к нам пришли какие-то дети купаться. Не, все, уходим. О, как красиво. Конечно, вот в моей камере, хоть в бассейне, хоть где, да? Сейчас моя камера, хоть в пещеру вообще, там, в огонь. А я со своей, также плавала. Ё-моё. Всё, погнали. Кружись. Не так, так кринжово. Вы знаете, в чем прикол? Я просто надела это платье, мы пошли при отеле. Офигеть, какая молния была сейчас. Да. А это я. Мой оператор на сегодня. Сол. Красотки. Я надела такое красивое платье, такая вся нарядилась. И мы пошли в приотельный ресторан, меня вообще никто не увидит. Вот здесь вот ресторан, и здесь вот отель. Вон. Поэтому я из отеля в ресторан, из ресторана в отель. Так что я сказала, Соба, сними меня, чтобы хотя бы вы посмотрели, какая красивая. Все, это платье специально ушивали прямо под меня. А этот бассейн до 11 часов. Я очень хочу тут когда-нибудь затусить ночью. Все, нам делают наш заказ. Скоро Саша снимешь. Итак, переход. Мы супер оригинальные, как обычно. У нас фотосет. Мальчик в пижаме. А его знаете? А мы уже с ним фотографировались. Понятно. С ним уже, да? Ой, точно. То есть ты не запоминаешь, да? Запоминаю. Как зовут? Вика. Красава. А как по-настоящему? Ульяна. Я не подхожу вот так вот. Я на Софи показываю, на Софи. А как по-настоящему? Ульяна. И ко мне вот так прижимаешься, она говорит, Ульяна. Всем доброе утро. У меня прекрасное настроение сегодня. Не знаю почему, хотя всю ночь был ужасный гром, гроза, молния. Спать было очень сложно, потому что, правда, за окном постоянно были дикие звуки. Но, несмотря на это, я встала, видимо, с той ноги в правильную фазу сна. Но есть проблема. Мы хотели арендовать яхту сегодня на целый день и кататься по морю. А из-за того, что штормовое предупреждение, слишком большая волна, яхта отменяется. Главное, чтобы ключи работали. Чтобы вы были уверены, что это не постанова, забирай ключи. Я поехал за ним. Ты их реально выкинул. Где ключи? Ключи на базу. Он не может их найти. Вот же они лежат. Ты что, не видишь? Вот они, оказывается, где. Я не отдам вам ключи. Езжайте без ключей. Ну, удачи вам. Тачка 10 лямов, если что, стоит. Покажи вот еще что-нибудь. Лимонад. Мне салат с зелеными креветками, Ваня, суп какой-то. Это уха. Я думала, ты не любишь уху. Просто я никогда не готовила. Я думала. Я сделала вид, что не слышала. Ваня решил меня покормить. Всем приятного аппетита. Тебе тоже. Спасибо. Ребята, прикол, мы встретились в Сочи. В Сочи, просто в одном кафе. Вот я не знала, что бывают такие совпадения. Ладно, у меня еще пожёстче были, конечно, это я вам как-нибудь потом расскажу. Так, настало время. 16-летний Ваня сейчас будет меня катать. Ваня, только эта тачка стоит 12 миллионов. Аккуратно. Ты что, есть 12 миллионов? Нет. Ну, я о таких деньгах, ребята, с вами ничего не знаю. Ну, кстати, есть по-настоящему, но нет, вырубай. Ваня, да я шучу, у меня тоже есть. Мы едем в горы фоткаться и хотим поехать в скайпарк, но я очень боюсь высоты. Я даже не знаю, стоит ли нам это делать или нет. Ваня хочет прыгнуть. Не, в скайпарке. Что-то задолбался. Шучу. Плохая шутка, ребята, нет. Мы такое не практикуем. Остановились в одном месте, и нам охранники сказали езжать отсюда. Вот так вот нас и послали. С горем пополам доехали на самую вершину горы. Практически, или правда на самую. Да, мы правда на самой вершине этой горы. Зато посмотрите, какой вид нам открылся. Мы должны были, по идее, сначала фоткаться этой тачкой, но решили, что даже не будем портить вид собой. Просто фоткаемся ее. Скажите, кто бы из вас не хотел такую тачку? Ну скажите. И нет, мне никто не платил за рекламу, правда. Хотя BMW было бы неплохо. Может, мне стать автоблогером, начать разбираться в тачках? Тоже думаете, да, что плохая идея? Снимите вдвоем. А, я не смогу сесть. У Вани была навязчивая идея прийти к лошадкам. Привет. По-моему, она агрессивно настроена. Больше страшно, все равно я так давно этого не делал. Ваня сказал, что он 5 лет в конюшне провел. Нам даже нечем тебя покормить. Хорошая. Катались они, катались и пришли к морю. Наш блогер, самый главный. Вот они, два человека, которые просто устали за сегодняшний день. Гениальные идеи, наше все. Мы пришли набивать временные парные татухи. Это была его идея. Ну как ощущение? Первая татуировка. Не больно.
Они хотели быть классной парой. Но не хотели, чтобы нам было больно. Быть настоящей. Но не навсегда. На твою реакцию смотрел. Ну, типа, они хотели быть классной парой, но настоящие татухи они не решили пить. Я бы набил, короче, если реально набивать парную татуху, вырубай камеру, пусть это будет сюрприз. Ребята, оцените, пожалуйста, в комментариях. Оно мне криво набило, по-моему. А, или нет? Набило. Саша говорит, набило. Набило, и что? Я иглой тыкали. Мы хотели просто сделать что-то запоминающееся. Мы доехали наконец-таки до Сочи. Что парк. Сложно. Давай на одну ногу ставь. Что делать? Зачем? Чтобы еще несчастья не было. Я по люку прошла просто, не обращайте внимания. Мы доехали. Ура. Мы сделали это, да. Правда. Не рассказывай. Хорошо. Рассказывай. Они переводятся? Они называются? Переводятся как «Любовь живет 3 года». Я так и подумал, они еще подошли, посмотрели на то, что... О боже! Ребят, мы хотим снимать вам на аттракционах, но нас забирают все. Камеру, у нас забирают телефоны, у ребят забирают наручники, хотя они снимают видео 24 часа в наручниках. То есть вы понимаете, мы не можем пойти против правил. Ну посмотрите отсюда. Это жесть. Ну да, это жесть. Типа как страшно, мне кажется, прикольно. Мне страшно смотреть. Пойдешь с нами? Нет, я не пойду. А вы пойдете? Нет. Саша, ты пойдешь? Короче, 2 скакуна перед вами. Саша, ты пойдешь? Я да. Я вообще ничего не боюсь. Вань, прикол, они не идут, они боятся. Ну че, погнали. Саша с Ваней решили пойти на этот аттракцион. Это просто самый страшный, мне кажется, из всех, которые тут есть. Потому что она вот так возвращается и вот там останавливается вниз головой. Я еще никогда никому не пожелаю покататься на такой горке. Нет, я не пойду в любом случае. Ребята, простите меня. Ну, посмотрим, как они будут орать. И пусть удача всегда будет с вами. Ну все, сейчас будет капец, когда они встанут вверх головой. Все, капец, тут им очень страшно. Там где-то Саша с Ваней. Идут наши самые бесстрашные. Как вам эмоции, самые бесстрашные люди? Это действительно самая страшная горка, на которую я каталась. Маленький ребенок в парке аттракционов нашел свое место. Где самый? Мальчики такие мальчики. Я не нанималась вам тут операторов. Мы наконец-таки приехали в скай-парк. И у меня уже спотели ладони от разговоров в машине. Мы обсуждали, каково это вообще прыгать вниз головой. Слава богу, мы на более лайтовом будем. Я думаю, что они сейчас прыгнут, типа на это на мегатролле, им не хватит, они почувствуют и полетят. Ничего, что ты тоже будешь прыгать? Мне было страшно просто по мосту идти. Ваня, который прыгал с парашютом и вниз головой 50 раз. Ваня за свои 16 лет повидал больше жизненного опыта, чем мы. Что ты делаешь? Я за своих детишек расписываюсь. Так, значит, рано. Ребят, я не знаю, как это комментировать. Я иду по мосту, и у меня просто трясутся ноги от страха. У меня чуть-чуть слеза не потекла, а то, как я боюсь высоты. Я не знаю, зачем я сюда пришла второй раз. Господи, мне очень страшно. У меня еще кепка, Ваня ее носит, она может улететь. Ваня вообще ничего не боится, единственный. Все остальные просто. На них лица нет. Мы пришли как на каторгу, реально. Ребята еще в наручниках будут прыгать, это просто жесть. Нет, не надо. Я бы так сделал с кепкой, окей? Вань, ты стоит. Пожалуйста. Лучше бы у них оставил. Вань, она улетит. Как она улетит? В другую сторону ветер подует. Ну, Вань, ну ты можешь не пробовать. Она вся в мурашках. А я тоже. Саша, я там описываюсь. Ну ничего страшного. Так, а вас ожиданно или неожиданно? Нет. Сейчас они пойдут, ну вы хотя бы без наручников. Вы не представляете, как это страшно. Мы снимаем. Минуту, пожалуйста. Саша, подумай, что вы крикнете. Что им кричать? Им только кричать первую букву алфавита. Я сама за них посмотрела. Ну нет, они не знают, что это дорога. Стопудово. Он держится за ручку. Ну что, как оно? Смотри, они просто отпустили руки, а мы даже не могли, потому что нам было так сухо. Нет, ну это... Блин, ну это нереально. Так, у нас тут тройка игроков, да? Да. А что, на всякий случай порошок? Поворачивай на меня. Ты поешь, что ли? Слышал, да. Прикольно? Очень страшно. Это просто самое, наверное, страшное, правда, что было в моей жизни. А Ваня вообще как будто в туалет сходил. Я рада, что я переборола себя. Я Сашу очень страшно поддерживаю, потому что я говорю, отпускай руки. А Ваня, отпускай руки, отпускай. Саша официально признана очень смелой, потому что она отпустила руки и даже ножками подергала. Мама, ты вот тут сошла с ума, правда. Никогда не верь, когда тебе говорят, что это не страшно. Никогда, не ходи сюда вообще. Скайпарк, это тебе сюда нельзя. Мама направо, просто безумно всего боится. Прием. Ваня пошел прыгать. Давай, Ванечка, удачи. Не переживай. Вань, ты что, передумал? Не, попроси.
попросили посидеть пока. Боишься? Просто самоубийца. Это очень круто. Я надеюсь, что ты тоже почувствуешь это когда-нибудь. Боишься? Покажи руки. Ты что, парень прыгаешь? Блин, ну мне даже за него страшно. Я не знаю, мне за любого человека страшно прыгает. Какой он смелый. Боже мой, как хорошо. Вон, нацепил. Какой кошмар. Господи, вот как же хорошо. Не хватает вот как раз таки этого экстрима, этого момента, когда ты можешь просто перезагрузиться, просто совершенно ни о чем не думать и лететь вниз просто в пропасть. Смотрите, какой вид. Очень, конечно, красиво. Не, ну красавчик, красавчик. Объективно, я поражаюсь его смелости. Вань. Тебе надо попробовать. Нет, нет, я не буду. Мне так хорошо было просто. В ежедневной рутине не хватает очень вот этих моментов, когда ты можешь просто кайфануть. Ты просто ты летишь вниз и ни о чем не думаешь вообще. Мозг какой-то шатливый. Нет такого слова, но он шатается. А. И попрыгай. Отстань, не вздумай прыгать сзади меня, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Вань, ну тут же есть другие люди. Я иду, и подо мной просто мозг провисает. Вы посмотрите. Все, пока. У меня голоса нет уже. Посмотрите просто. Очень страшно. Я не могу смотреть даже вниз. Хочешь, давай я посниму? Да я боюсь, вдруг камеру уронишь. Господи, это золото вообще боится бегать. Я не могу вообще стоять. Ну пойдем. Поверишь мне, я скажу, что мне вообще не страшно. Ладно, я шучу, на самом деле, вообще не боюсь в сады. Я иду прыгать с банджи 207. Как страшно. Пока. Очень много скопления людей. Это опасно? Мы наконец-то приехали отмечать день рождения Тёмы. Наконец-то. Не могли это сделать 4 дня. А Тёма день рождения когда? 1 июня? Я вообще 1 июня день рождения. 15 число. Ну, в принципе, человек вовремя отвечает. Коротко о Ваниной самовлюбленности. Нам включили телевизор, мы смотрим его интервью. Нет, потому что Саша, ты мне обещал посмотреть интервью еще 2 недели. На самом деле Ваня включил ради меня, потому что я обещала ему посмотреть это интервью. Мне правда интересно, я не посмотрела. Он включил чисто ради меня, да? И никого не... Вот тут еще 3 человека были у нас. Кто твои родители? Моя мама психиатр-нарколог. Так. О, мамочка. Хороший вечер, друзья, хороший. Артемий, мы, собственно, хотим вас поздравить с днем рождения. Да. Первое что вы в уральские авиалинии, значит, процветали. Радиоуправляемый самолет. Процветаем. Мы знаем, как ты любишь самолет. Это не все. Ты у нас любитель носить брендовые вещи, поэтому тебе купили одну брендовую вещь. Гуси, га-га-га. Крутяк. Следующий осёл. Да хватит, что? А ты видишь стиль-то? Баленсиага. Ребята не поймут, объясняйте, почему да хватит тебе что ли. Короче, да, Тёма очень часто любит говорить во всех ситуациях. Да, да, хватит, да. Мы идем купаться, мы говорим, Тёма, погнали с нами купаться, Тёма, да хватит тебе что ли? Просил каждый день. Раз, два. Смотрите, какой стиль. Рождение музыкальное. Когда заблокировали музыку за бэйр, мальчики решили творится сами. 10 из 10. Да. Затем ты в ней едешь, но это реально, это без вариантов. Давай. Такой кайф вообще. Сейчас стоп от менты, да, и горят тебе штраф, и ты такой. Рубашечка у него же сверху, это он такой. И под музыку. Да, да. Да хватит тебе, что ли? Чувак, я профессионал. Рингтон. Просьба мне позвонить кого-либо из этой комнаты. Да хватит тебе, что ли? Угар. Да хватит тебе, что ли? Вань, переименуй меня. Переименуй быстро. Вань, вот просто неправильно фамилию записал. Я записал бы фамилию так, наверное, год где-то назад. Да, год назад. И так я ее не поменял. Тема, мы познакомились уже год назад, ровно. Скоро, год, скоро да. Год назад будет. Да, не, да. Не, больше уже, чем я снимаю фильм про ваше знакомство, что ли, я не могу. Это было до твоего дня рождения. Аня, что тебе подарок-то не дарил? Прошу. Да ты никому не даришь. Чтобы вы понимали, на мой день рождения подарок, который мне вывозил, где до сих пор едет. Вань, ты сегодня Саше подарок подарил на 18-летие. Ха, ладно. Тём, это хорошая идея. 18-летие, я знаю, что надо подарить. Я прослежу. Спасибо, ладно. О, хорошо летает. Ребят, мы играем с Windows еще. Не на того напал, сынок. А кто дальше ходит? Ну, нет, карты, зайчик, бери карты, бери карты. А что тебе не нравится, зайчик? Пошел, взял карты. Подождите. Сундук. Это такая игра. Пускай да. Да. Я же внимательнее тебя. Жопу. Потом нет. Спи, сынок. Ешь свои молочные железы. Молокосос. Василий Молокососов. Слово о том, как Ваня относится к власти. Не важно, Ваня.
Мы, значит, собрались уезжать из ресторана, потому что время уже 11, все закрылось. И тут Ваня решил просто подрубить свою песню, никого нет. Так, ей заблокировали ролик за авторские права. Давай мы тебе вайт-лист просто добавим и все. Давайте. Произнеси, что твое сердце отравила, и все твои нервы потратила, уже запарила. Смотрели клип, ребят, и нажимайте на подсказку сюда. Скотти пас, скотти пас, скотти пас, где же ты берешь миллион глупых фраз? Диджей, Лили, Ваня, Дмитриенко, просто люди хотят идти домой, извините, пожалуйста. Ну что, поведай обстановку. Ну, Софа, самолет пропал с радаров. Мы запускали самолет, который... Где-то в зеленой чаще джунглей. Который ребята подарили Тёме, и он у нас застрял там на дереве. И мы теперь пытаемся его вернуть, и не получается. Вон, видите, красный огонек. Софа, это не выкладывай, не позорь нас, мы люди серьезные с Васей. Ребята, вы спрашивали, где мы живем, наконец отдыха решил показать. Заходим сюда, тут диван раз, диван два, стол, цветочки, панорамные окна, телевизор. Считайте балконы. Первый балкон. Вот такой вот вид у нас на территорию. Басик, рестик. Выходим. Тут все еще сидит Ваня. Холодильник. Второй балкон. Соф, достали самолет? Вы куда полезли, господи? Они достают самолет, который вчера мы не достали. Короче, идем дальше. Зеркало. Ванна. И спальня. Я не знаю, кто здесь спит. Наверное, Ваня. Если что, я вам сейчас показывал Ванин номер. У меня точно такой же над его. И третий балкон. Вот так вот выглядит. А тут пальмочки. Все. Спасибо большое. Нам помогли достать самолет, который Соф вчера загульнул в дерево. Большое спасибо. Отелю. Не помню, как называется. У нас план такой. Мы едем сначала кататься на яхте, а потом в аэропорт. И куда дальше? Домой. В Москву. Боже, как шатается этот мост. Мы приехали на морской порт. Сейчас будем кататься на яхте. Набрали тюков, как будто мы, правда, на месяц, а мы минут на 20, потому что мы опаздываем. Спасибо. Не, волны жесткие на самом деле. У нас все падает. Фотосет, как всегда. Тут нет никого. Тут только медуза, сэр. Поехала кататься на гидроцикле. Не в обиду, я понимаю. Смотрите, у меня веснушки. Ага. Вода на самом деле очень крутая, очень теплая. Намного теплее, чем у берега. 24 градуса. У нас, как обычно, до самолета 2 часа. Мы мчим в аэропорт. Прям с яхты я... Посадочный, пожалуйста. У меня мокрая голова, да, я в юбке, да, просто хорошо. С пляжа. Что мы делаем? Вот просто по дороге в аэропорт. Посмотрите. Александра. Причем мы такие сладенькие. Нет, все, не надо будет. Надеюсь. А вы не будете с нами? То есть вы не пьете, да? Мы реально не пьем. Все, Вась, мы с тобой совершеннолетние, нам можно. Да, ты что это, молодые тут сидят? Красиво.